В 2021 году отремонтировали Одинцовскую библиотеку номер 2, Звенигородскую библиотеку и культурно-досуговый центр в Чистцах. Настоящим местом притяжения для жителей в скором времени станет Дом культуры в Горках 10. Здание уже построено. Это универсальный клуб. Здесь есть и спортивный зал, и библиотека, и кабинеты, и кружки для музыкальных, театральных студий. Холл с настольными играми, киноконцертные залы. Есть фойе с буфетом. Культура – это всегда просвещение. Благодаря федеральному проекту «Пушкинская карта» молодые люди с 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей России. Одинцовский округ также принимает активное участие. В проекте участвуют дома культуры, музеи, библиотеки, концертные залы. С помощью карты молодые люди могут путешествовать по городам России и открывать для себя новое. Мы также ждем к себе молодых туристов из других городов и регионов. По словам Андрея Иванова, поддерживать молодые таланты – важный приоритет в работе. Для культурного развития жителей разного возраста в округе создаются все условия. Движение в этом направлении продолжится. Эмилия Ракелян, телекомпания «Одинцова».